Всем привет, дорогие друзья! Сегодня пойдет речь о Bluetooth наушниках. Что именно имею в виду? Когда у вас ваши наушники рассинхронизированы. То есть, что это значит? Это значит, что у вас работает либо левый, либо правый, а вместе они не сопряжены. То есть, что нужно сделать? Нужно сделать сброс настроек. Сначала я вам покажу, как это дело вот выглядит. Вот сейчас наушник один, другой на зарядке стоит, красным горит, как видите, как это выглядит на телефоне. То есть у меня есть вот телефончик, перейдем с вами в настроечки, Bluetooth, активируем. И нам нужно здесь, чтобы устройство было на R. То есть что нам нужно сделать? Мы берем два наушничка, сначала продемонстрируем, как это дело все будет работать. Видите, они не вместе сопряжены. То есть музыка будет играть. Здесь должна только быть одна буква R. Что нам нужно сделать? Около минуты зажать две кнопки. Если это механические, если это тактические, сенсорные, то же самое. И делается сброс. Ждем, пока они не перестанут вообще мигать. Все, они отключены. Сейчас мы жмем на правой и ждем 3 секунды. Раз, два, три. Все. Сейчас он в поиске. Жмем на левой. Раз, два, три. Точно то же самое. Они сейчас друг друга ищут. То есть должно быть сопряжение. И после того, как у вас появился правый наушник, прошла синхронизация. У меня здесь светятся два. Но если мы нажмем на музыку, сами слышите. Левый, и слышите, точно так же правый, играет музыка, то есть они работают в паре. Вот так вот, все просто делается, запомните правильную последовательность шагов, и у вас все прекрасно получится. Здесь никаких трудностей нету, не переживайте, они не поломались, просто необходимый, нужный был сброс. Поэтому, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока!